Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами вместе. Я думаю, не стоит напоминать, что это фирма Петерсон, и я Эдуард Петер. Ну, традиция. Итак, что я сегодня затеял? Вот у меня лежит здесь кусочек такой ветки, довольно-таки разнообразной, да? Потом искусственные цветочки. Мои два цыпленка, яйца декоративные, так, кусочек дерева и шнур. Вы скажете, как это все можно связать вместе? У меня просто идея, я хочу, а еще у меня есть такие цветочки, не знаю, буду я их использовать или нет, но пока вот пускай стоят. Я затеял следующее. Я хочу сделать вот так ветку. Сделать из нее чуть ли не цветущую вишню, сакуру. Развешать яйца. У нас часто так делают. Яйца на деревьях вешают в Германии. И вот здесь сделать такую качельку с двумя вот этими чудными. Ну, я себе так это представляю. Надо посмотреть, как это будет все на самом деле. Первое, что я сейчас пойду, обточу эту деревяшку, просверлю в ней дырки, проведу туда вот этот. И получится шнур, и получится у меня такая качелька. Цветочки. Я сейчас подумаю, как или наклеили на иголочки, что будет лучше. Ну и потом начинать монтировать. Вот наступила очередь цветочков. Сейчас мы их тоже сюда приделаем. Так, а теперь пришло время подвешать качельку. И вот тут надо угадать, ни высоко, ни низко. Мне кажется, птенчики очень довольны. То есть у нас с вами уже теперь через картинку проходит диагональ. Давайте мы это дело и сфотографируем сейчас. Вот так. В случае необходимости лишнее отрежем. Вот, видите, такая довольно-таки нежная штукенция получилась. Следующее. В принципе, это уже композиция. В принципе, это уже можно вот так тоже использовать для стоков вполне. Но мы хотим немножко добавить этого праздника Пасхи. Поэтому давайте мы возьмем одинаковые яички крашеные. Вот так, теперь все качается. Мы сейчас успокоим. Хотя, когда снимаешь со вспышками, это, в общем-то, все равно. Так, еще раз фотографируем. Вот это уже лучше. Единственное, что я думаю, что если мы поставим сюда еще одну веточку, вот, допустим, вот, ну, такую-то оторвать надо тут сейчас. Будет мешаться. Вот сюда подойдет сейчас. Я думаю, что вот так это будет интереснее. Ну вот так. Видите, в принципе, картинка законченная. Можно попробовать, конечно, здесь пустить зеленую травку. Но дело в том, что у меня пока трава еще растет. Ну и так будет хорошо. Травы у меня нет, как я сказал, поэтому я воспользовался вот этими из горшочков, расставил их так, что должно, в общем-то, сымитировать. По идее, давайте последний снимок сделаем.
Ну вот, дорогие друзья, мы с вами сделали довольно-таки неплохую картинку. Вот она. Я благодарен вам за то, что вы так хорошо откликнулись, и я теперь со спокойным сердцем веду этот дальше пилотный проект. И я думаю, что он будет воспользоваться такой же популярностью, как и все остальные мои видео. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем доброго. Пока.